один в один, вот как на видео вел себя вот Ефремов. Но я вышел, просто этому объяснил барану. Он испугался и начал кричать: «Пацаны, пацаны». Всем привет, меня зовут Александр Лютиков. Сегодня с бойцом Александром Шлеменко, который после своих побед кричал с телеэкранов «Живите трезво», говорим про блистательного актера Михаила Ефремова, интервью с которым мой добрый друг Юрий Дудь публиковал с заголовком «Жить в России и кайфовать». С кем из личностей любой эпохи, любой страны вы с интересом побухали? Ну а в реальной жизни Ефремов в пьяном виде с кайфом сел за руль и на встречной полосе убил 58-летнего Сергея Захарова, водителя другого автомобиля. Свинота. Партнер моего канала FunBet. На их сайте вы можете посмотреть, как возвращается большой спорт. Уже проводятся бои, уже играют в футбол. Ссылка в закрепленном комментарии. Знаешь, я слушал стихи. Ефремов довольно неплохо стихи же читает. У него есть такая тема, вот он на YouTube. Гражданин поэт. Да. Но знаешь, в том состоянии, в котором он был, он бы, наверное, и двух строк не прочитал. Он там двух слов связать не мог. Это же образованный человек, да, он актер, он хорошо разговаривает. И просто в то, во что его превращает алкоголь, как он выглядит в тот момент, да, когда он пьяный, как он разговаривает, ну, это просто жесть. И я не понимаю, почему люди, вот мне вот искренне не понять, зачем люди пьют. Зачем они сами себе ломают жизнь? А самое страшное, что в большей степени, ладно, их жизнь, да, это их жизнь. Вот сегодня она есть, завтра они там сами у себя ее забрали, это их проблемы. Но как они легко могут забрать жизнь у простого человека? И также, знаешь, по-простому, по-уличному, я помню одно правило жизненное, которое есть, что с пьяного спрос вдвойне. Это всегда так было. Но меня вот из всего этого видео, понятно, что человек там погиб, да, но из всего этого меня больше всего зацепила фраза, когда Михаил Ефремов говорит: да я его вылечу. Говорит, ну когда он еще живой был, пострадавший, у меня, говорит, денег. Человек сильно пострадал. Да. Да. Да ладно. Ну а что, ладно-то? Да, да. А? Да, уж сильно пострадал. Да, очень сильно пострадал. Я его вылечу. Вылечите? Вы же не доктор. Ну, зато мне венду. Вылечил. Сейчас вот охота его спросить, знаешь, вызывает такое, знаешь, отвращение к такому человеку, но это мерзость. Вообще, знаешь, по большому счету воспринимать слова, которые извергает из себя вот это синее, непонятное, всегда тяжело. Воспринимать это серьезно. Ну, это, что к нему относиться, к этому? С сотрудниками дорожно-патрульной службы именно мы проводим вот рейды по пьяным водителям. Ну, их очень много. А ты видел пьяных водителей, когда вот ходил с ДПСниками? Сань, ну, я живу на окраине. Я не только их с ДПСниками видел. Я их и просто видел. Я и просто... Знаешь, у меня были случаи, когда я останавливал таких сенегалов, и чтобы сотрудники их упаковали и не давали им совершить какое-то дорожно-транспортное происшествие. Если человек возьмет в руки оружие и пойдет кого-нибудь застрелит, да, там, о, все воспримут, это страшно. А если человек берет в руки оружие, но другое, автомобиль, и точно так же убивает другого, я считаю, что тут разница вообще никакая. Согласись, это одно. Понимаешь, он умышленно сел за руль. Что ему мешало вызвать такси, если у него денег до хрена, как он говорит? Что ему мешало, я не знаю, там, другого посадить трезвого за руль? Но он просто наплевал на все, мне, получается, можно все. Правильно? Я неприкасаемый. Сел и поехал. Если, согласись, если его посадят на 12 лет, то, мне кажется, это будет адекватным наказанием. Ну, на 12 лет, в принципе, да. Но, опять же, человека никто не вернешь, никто не вернет. Он-то за что пострадал, за что он умер? Понимаешь, просто никто что-то и не вспоминает. Ему-то эти, семье этого человека, 12 лет ефремовских нужны, что ли? Ну, я, насколько понимаю, больше 2 промилле, это значит, что он за час до этого выпил больше, чем полбутылки водки. Ну, либо там за 2 часа до этого даже бутылку водки выпил. Свинота, что сказать. Понимаешь, знаешь, это меня и расстраивает, что многие актеры, знаешь, я в молодости этого не знал, не замечал. Но посмотри на их жизнь. Ну и Михаил Ефремов, это же человек, который, в принципе, в каждом фильме, ну, более-менее в каждом фильме, в котором появлялся, он как раз очень сосредоточенно бухал в кадре. Победное застолье возглавляет Ефремов.
Дело в том, что он всегда бухает на одном месте. Но он настолько талантливый актер, без шуток, что режиссеры возводят вокруг него декорации и шьют под него форму, чтобы он побухал именно у них в кино. Знаете, я же за что хочу? В жизни-то не так, как в кино. Люди просто про это забывают. В кино бы там, конечно, он бы, скорее всего, бы не умер там, выкрутился. Давай вспомним эти фильмы для дебилов. Реально, я просто по-другому не могу назвать. Ну как, и знаешь, и нас приучают, что это нормально. Человек напился, превратился в непонятное животное, натворил дел, себе полжизни испортил, и потом как-то героически из этого всего выпутался, и все у него стало хорошо. Ну вот, и вот она и романтизация, она и происходит, да, и это романтично, ну а что? Интересно же так, создаются такие проблемы себе, и ты их решаешь. Здесь, в этой ситуации, мне важно даже не это посмотреть. Мне важно сейчас посмотреть и послушать тех, найдутся ли те, кто будет его защищать. Вот это вот страшная ситуация. Если сейчас найдутся люди, которые будут пытаться оправдать и там сказать, там, знаешь, как у нас любят говорить, день рождения было, или ну это праздник был, или там, ну, горе какое-то случилось, человек просто не выдержал, ему нужно было забыться. Я считаю, что это не должно. Мы не должны давать возможности вот так вот прокатывать, да, вот так вот какими-то левыми отмазками, которые будут вот говорить, приводить нам и говорить, ну, хорошо, да, столько лет жил человек, кормил семью свою, вышел из дома, сел за руль, в него влетело пьяное убожество, убило его. И, блин, ну у него был день рождения. А, ну день рождения, тогда давай ему не 7 лет дадим, тогда давай непредумышленное убийство, 2,5 года колонии-поселения и все, да? И нормально. Слушай, а вот твои случаи, когда ты на Московке кого-то останавливал, что там было? Например, подъезжает тачка, выскакивает оттуда Сенегал такого же состояния, как Ефремов, во дворе. Начинает, либо выскакивает, либо просто выйти не может из машины. Ну что, просто... Вызываешь наряд, ДПС, это несложно. Ну и сделаешь, забираешь ключи просто, чтобы он никуда не уехал, и все. Вот точно один в один, вот как на видео вел себя вот Ефремов. Вот так, таких же я и видел в жизни сколько раз. Как один раз тоже поймали одного, машину тормознули, правда. Едет, короче, тачка. Из нее, правда, ехало такси. Из нее, короче, бутылка вылетает на дорогу прям стеклянная, разбивается. Вот эти всякие там жесты руками, не буду сейчас их показывать. Там. Он и не за рулем ехал, хоть и не за рулем. Мы все равно подъехали, попросили таксиста остановиться, он остановился. Но я вышел просто этому, объяснил барану, что не нужно так себя вести. Знаешь, что самое смешное, что он мне сказал? Он испугался и начал кричать, пацаны, пацаны, да поймите. Че, ни разу пьяными не были? И знаешь, я так говорю, представляешь, не были, говорю. Он нам начал, у меня день рождения, чего вы не можете меня понять? И вот это вот больше всего и пугает, понимаешь, вот такие ситуации, которые кино, вот такие актеры, как Ефремов, нам в кино показывают, что выпить нормально, день рождения же отметили, да? И вот потом вот такие вот обожравшиеся свиньи ездят и непонятно, что делают. Я считаю, что надо вот проводить рейды и ДПС вот таким, про которых ты рассказывал, должны вручать грамоту. Потому что они, в отличие от Ефремова, несмотря на день рождения, вызвали такси. Не хватило мозгов на простые вещи. Просто вызвать такси, доехать спокойно домой, чтобы тебя никто не видел, без приключений. И все, все было бы хорошо, все было бы отлично. Но видишь, как правило... Опять же, я говорю, уже сколько опытов и сколько примеров из жизни. Пьяный человек не может решить даже простейшую задачу. Вот и все. Тем это и опасно, тем это и страшно. Да, ну, не доехал домой. Сейчас я чувствую, у Михаила Ефремова будет новый дом. Через 12 лет, да? Привет. На этом все. Меня зовут Александр Лютиков. Подписывайтесь на мой канал и на мой Инстаграм.